Что было до 2015 года? Были взяты огромные кредиты, в том же самом и ваше предприятие. Но общую сумму было 200 миллионов лей. До 2015 года ни один кредит муниципия не гасила. Только с 2015 года преминальным усадом погасилось 86 миллионов кредитов. Нами было привлечено за 2,5 года в образование, дошкольные заведения, в школы 40 миллионов лей. С разных стран инвестиций. Сегодня в разработке находятся также на образовательные процессы на сумму 50 миллионов проектов. Сегодня тот, кто имеет канализацию, он не может творить тех дел, что творил до сих пор. Он не может писать тонну, к примеру, канализации, а там 500 килограмм вышло. Или там мусорная мафия, что с нее захватила полигон. Вы знаете вообще, что этот полигон всегда был при Советском Союзе, принадлежал Бельскому спецавтохозяйству? Знаете, да? У меня всегда возникал вопрос. Как Бельский полигон мог попасть в руки части, чтобы взять заложники Бельцы, чтобы Бельцы с ним были все в заложниках? Каждые 5 дней он звонит и говорит, миллион и миллион предоплаты, это нормально? Вы должны, когда идти 20 мая на выборы, идите сердцем. Вот идите сердцем и представьте, что было до 2015 года и что стало после 2015 года. Как было тогда, что вы ничего не видели, и как мы сейчас все грамотные мы стали, и мы все понимаем, где что происходит.